оборудование для испытания КНА класса? Этого не даст спрашивать. Не у нас. Огнезащитная защита, не АМИД. Не АМИД, ну, только вот, вот этот показатель дает группу огнезащитной эффективности. Снижает распространение пламени по поверхности конструкции. Все. Снижает. Ну, для контроля качества огнезащитной обработки, да, но значит, с какой целью их обработать? Вот эти места. Не пойдет. Не пойдет. Это уже у фирмы спрашивают.